Это машина Мэнни? Ага. Где Мэнни? В подсобке. Твою ж мать, Майк Лоури! Ты что тут забыл? На призрака похож. Говорили, что ты засранец концы отдал. Смотри, что покажу. Все об этом говорят. Эта работа тебя добьет. Приходи ко мне в ребрышки Мэнни. Зацени. Вот тут в тебя стреляют. И прикинь, хайп идет на весь мир. Ты чего, чувак? Йоу, это что, копы теперь так работают? А как насчет зачитать мне права? Раньше все не так было. Ты должен задавать вопросы, а я буду отвечать. Отсоси, сраный коп! Какого хрена, мать? Пожалей мою руку, мужик! P90. Ручной сборки. Кто такие делает? Нет, Майк, я давно вышел из игры. Ой, правда? Ну ладно, прости. Майк, ты совсем охренел, что ли? В Майами сплошные вегетарианцы. А ты мне втираешь, что это тачка из форсажа у входа на деньги от свинины. У меня есть работа, у меня есть семья. Я просто скромный труженик. О, нет! О, господи! Ты мне пиджак свиным жиром замазал. Прости, Майк, прости. Нет, Букер Грасси! Так его зовут! Букер Грасси! Вот кто тебе нужен! Эй, Майк! Майк! Стой, Майк! Наручники-то сними! Букер Грасси. Только он торгует ручной сборкой для Херстала P90. Я что говорил? Знаю, Кэп. Я не должен расследовать собственное дело. Но этот говнюк выложил видос, на котором стреляет меня. Я видел. Либо найду его как тайный мститель, либо вводи в дело. Либо могу тебя пристрелить. Твою мать! 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 Если я введу тебя консультантом, а ты что-нибудь выкинешь, я просто хочу, чтобы ты представил тот ураган из дерьма, в котором я утону. Ни позолоченных часов, ни почетной полицейской пенсии. Я рискую всем этим и своей головой. А теперь забудь и представь росток в ледяную бурю. Это я на ветру трещу. В смысле, трепещу? Я так и сказал. И представь себе меня живописно.